Всем большой привет! Сегодня будет классная самоделка, очень полезная и нужная в каждой семье. Из вот таких вот обычных крышек железных, которые идут на стеклянных бутылках с лимонадом и другими напитками. В общем, я начинаю, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Поехали! Так что, друзья, вот такая вот простая в изготовлении рыбочистка получилась. Клянусь вам, я не ожидал, что она очень классно справляется со своими обязанностями. Самое главное, чешуя не разлетается вокруг, остается в пределах разделочной доски и забивается вот в эти вот отверстия на крышках. Эта рыбочистка легко промывается водой, чешуя без проблем смывается, и она опять как новая и готова к использованию. Так что, друзья, обязательно сделайте себе вот такой вот девайс, он вам точно пригодится. Ну а на сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Всем добра. Пока-пока.